пересеклись с другой довольно известной группы из Сибири одновременно. И сегодня в клубе Алексея Козлова и в кинотеатре «Пионер» правит бал две панк-группы. «Гражданская оборона» в кинотеатре «Пионер». Там тоже наших много друзей. Так совпало. Вот так все вернулось. Давно уже нет Егора на свете. С нами давно уже нет Мамонова. И тем не менее, «Гражданская оборона» и «Звуки Му» вот сегодня в Москве, в разных концах Москвы, играют концерт. Ритм-секция «Звуков Му». Перед вами Алексей Павлов. Вот. Хочу сказать, что, собственно, вечер посвящен выходу буквально два дня назад вышедшей вот такой вот штучки маленькой. Это DVD фильма о группе «Звуки Му», который делал присутствующий здесь наш товарищ, я имею в виду дизайн, Александр Волков, паблик «Тотем». Много сил приложили наши друзья. Олег Кабрига помогал нам и будет помогать сегодня с дистрибьюцией. Сегодня, собственно, переиздана, буквально сегодня, можно сказать, появилась в Москве пластинка, которую мы записали в 88 году с Брайаном Ино. Вот этот альбом, его не было много лет уже в продаже, первый тираж раскупили. Вы можете сегодня все это приобрести, так же, как и отличную книжку Сергея Гурьева «Звуки Му». Вот, ну это я так расскажу, что сказал, чтобы вам было не скучно в перерыве. Картину Цоя здесь, когда я рисовал «Звуки Му». Интересно, что много лет после распада группы я разбираю какие-то свои там на чердачке завалы. Нашел рисунки Олега Котельникова, это вот дизайнер группы «Кино» и замечательный художник. Виктора Цоя, они когда приезжали к нам на Никольну гору в студию «Му», любили порисовать. Даже один из них был покойный, увы, тоже Михаил Ромадин. Вот если помните фильм «Солярис», это художник. Солярис, он тоже рисовал «Звуки Му», и все это здесь есть. Ну а сейчас группа «От Звуки Му» выходит на сцену. Вот. 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 В
наши солисты Герман Виноградов, Декабор и Александр, Погода Александров. Многие, кто знает историю советского рока, знают, что Фагот был одним из замечательной пятерки, которая на Тбилиси 80 на фестивале, который организовали коммунисты, чтобы отвлечь собственно, иностранцев от того, что у нас тут ничего не происходит, все-таки организовали рок-фестиваль в Тбилиси большой. И вот тогда-то «Аквариум» впервые и попал и в зону ответственности комитета безопасности, всех ребят выгнали с работы, из института. И вот Фагот там играл уже немногие живы с того замечательного концерта, я на нем присутствовал. Александр Фагот давно играет в нашей группе. Сейчас будет песня, с которой звук ему 30 лет назад, был 30 лет и полгода, уже больше, чем полгода, дебютировали в нашей школе, где мы с Мамоновым учились, на Большом Каретном, и вот мы вышли, так, слегка подрагивая, уже большими бородами, такие дебютанты, на вахтовый зал школы номер 30, и начали мы вот как раз нашу карьеру с этой самой песни. Oh.
Соловьев, у которого своя отличная группа, но он адаптанты. Рассказывал, что несколько лет, будучи подростком, слушал только группы «Звук ему», поэтому как-то и прибился.
сейчас мы вам расскажем, почему два наших отделения, я уже сказал, что у нас будет небольшой антракт, называются Галя и Люся. Это просто два типа русской женской красоты. И, может быть, сейчас, вернее, во втором отделении догадаетесь. А сейчас Галя. А где мой зеленый? Добрый вечер. Thank you.
сказать следующую песню? Скажи что-нибудь про следующую песню. Что я могу сказать про следующую песню? Некоторые из вас смотрели такой хит перестройки, фильм «Такси Блюз». И вот как раз автор всех песен нашего коллектива, Петр Николаевич Мамонов, исполняя самого себя в этом фильме, однажды сыграл роль самого себя, зарабатывая деньги на Цветном бульваре, рядом, тогда еще метро не было, рядом с Центральным рынком, пел вот этот самый «Досуги будут» и собирал вместе с другим солистом, который появился в втором отделении, в общем, денежки. Там было много видных магазинов на Цветном бульваре, сейчас остался один «Досуги будут». Песня вдруг актуализировалась. Сыграли мы ее где-то первый раз на Новый год. По-моему, тут как раз друзья наши сидят, с которыми мы это играли. И вдруг эта песня обрела совершенно новое значение для судьбы нашего государства. Ooh.
Давно уже в Австрии. Говорит, ну, скажи что-нибудь,
про эту песню, которая называется «Бутылка водки». А что про нее можешь сказать? Песня про бутылку водки. Thank you.
барабанщик мой любимый, просто сказать несколько слов про последнюю. Нет, последнюю, одну из последних песен первого отделения. Песня про постового. Была московская милиция, так она и осталась. Ее, правда, переименовали в полицию, но, по-моему, она не изменилась. Поэтому песня, собственно, вполне актуальна. Дома на каретного ряда 5/10, которые знали моего брата. И, собственно, вот эту песню «Цветы на огороде» придумал идею Володя, мой брат. Подарил такую измятую, испачканную бумажку Петру Николаевичу Мамонову. И тот через несколько дней пришел на репетицию с этой песней.
И именно эта песня стала любимой, вот, в частности, в Ленинграде, в которых трудно было вообще как-то эту аудиторию захватить. Они любили «Аквариум», кино и зоопарк, а вдруг тут какие-то москвичи. И вот когда мы играли первый концерт в Ленинграде, в Дворце молодежи, только на этой песне ленинградцы почувствовали, что что-то это их родное. «Цветы на огороде». Лет парень там
тянет лямку по субботам. Раз-раз. На самом деле, у нас есть небольшая культурная программа для антракта. Я хочу нашу гостью Мэри со своим другом подтянуться к сцене. Тут будет одна неожиданная песня. И, может быть, сейчас мы покажем фрагмент фильма, который снимался этим летом на Николиной горе. Был такой большой концерт, где вот в ГИМУ играли со странными играми. И вот, может быть, сейчас Гена, который занимается этим фильмом, покажет первый фрагмент. Ну, в общем, можно подписать книги у солистов Германа Роженко и послушать очень неожиданную песню. Прошу любить и жаловать, сейчас Мэри Икс исполнит песню «Лао Цзы», психоделический философский романс. Сейчас, извините, подключим гитару буквально полминуты. Thank you.
Мы сегодня не в полном составе, просим прощения за то, что исполним песенку про Лао Цзи. Oh,
конечно, выступать, так скажем, специально не настроив инструменты. И я считаю, что нам очень интересно, когда молодые и, в общем-то, еще совершенно незнакомые Москве музыканты. Мэри издалека приехала. И вот одно из первых появлений ее на публике, в отличие вот от этого типа, который Петрович уже 16 лет там зажигает. Сергей Рыженко будет играть во втором отделении. Если не трудно, Алексей, давайте подключим этого товарища. А сейчас на экранах будет вот это то самое, о чем я говорил, съемки концерта 12 июля на Никольной горе. Друг Геннадий вот покажет то, что там получилось. Получается. Алексей. Пока мои партнеры готовятся к второму отделению, я еще раз хочу напомнить, что наши друзья из отделения «Выход» здесь распространяют, торгуют замечательными пластинками. Это и новый альбом группы «Мухоморы», потрясающий совершенно проект первой половины 80-х годов, за которую все четыре парня, ставшие впоследствии знаменитыми художниками, Костя Звездочетов, братья Мироненко, четвертого я сейчас не вспомню, отправила охранять границы там на Амуре. Вот. То есть очень много редкого, но в том числе и вся наша. Нет, да, и Свен Гунгов, который как раз там был там самый главный, он писал тексты больше. Вот этот «Мухомор» очень рекомендую. Ну и все звуки «Мой», в том числе главный хит сегодняшнего дня, это вот этот фильм. Не то, что вы смотрели, конечно. А там ОМОНов в собственном соку. Перед началом концерта вы видели некоторые фрагменты. Это вот интервью Петра Николаевича Мамонова Джани Стингрей 86-го года, которое мы сохранили. И все это интервью вошло в этот фильм «Звуки «Мой», который мы делали вместе с нашими друзьями, можно сказать, старшими по чину товарищами с телеканала «Ностальгия». Мы вместе сделали этот двухсерийный фильм. Владимир Ананич, Кирилл Козелков мне очень помогали в создании этого фильма. Ну вот и повторяю, вот этот наш главный альбом «Звуки Му» вместе с Брайаном Ина, выпущенный на маленьком лейбле английском «Апал», который потом, так скажем, был частью в Америке. Эта пластинка распространялась Warner Brothers, которая позже стала фирмой. Это уже другой. В общем, нам удалось продать его в Америку 35 тысяч экземпляров, что для такой, в общем, андеграундной группы, да еще поющей на чуждом языке, как выяснилось, вот в этом году уж совсем чуждом языке. Вот тогда как-то это получилось. Еще раз я хочу поблагодарить друзей, которые неимоверно помогли выпуску этого DVD. Это Public Totem, Александр Волков, это Дмитрий Гутов, который знаменитый художник и, в общем, философ, который написал любопытный очень текст о звуках, он своими невероятными иероглифами. Все это вот здесь. Так как это небольшой альбом, как раньше винил, поэтому показывать бессмысленно. Но советую хотя бы посмотреть. Олег вам даст посмотреть. Ладно, а теперь я приглашаю группу ОМ на второе отделение. Второе отделение называется «Люся». И те, кто досидит до конца, поймут почему. Thank you.
Если ты хочешь уйти поскорее, если ты хочешь, чтоб кончилось все, а ты ведь хочешь.
вставить. Я чувствую, наша солистка, которую зовут Лиза, которая дала настроение второму отделению под названием «Люся», вам понравилось. Тут у нас на сцене Лиза все растерзала, танцевать невозможно. А дело в том, скрипку уже стоптала. Что тут помимо наших друзей, уже взрослой жизни, есть друзья из школьного детства. Привет, ребята. Привет, Олег. И поэтому вполне уместно спеть песню, которую мы очень редко звуки мы исполняли в концертах и в 80-х годах, и тоже никогда Мамонов ее не исполнял, к сожалению. Это, по-моему, замечательная песенка про детство. Почему я ее пою? Ну, наверное, потому что, когда мы ее играли, и она, кстати, вошла в какой-то немецкий фильм, ФРГ, о русском роке, я там танцую твист. Конечно, так как 27 лет назад я не станцую, но мы попробуем. Эта песня о детстве. Дайте мне водички, пожалуйста. Так как петь мне в новинку. Про детство? Петь мне в новинку, надо выпить воды. Раз-раз. Вообще песня про джаз. Правами, а то, говорит, я такое обнаружу. Приходим, привел меня на площадь Белорусского вокзала, и там на углу здоровое такое общепитовское заведение под названием «Люляки Баб».
То есть песня вошла в народ. Это и сюда. Женский хор на сцену, пожалуйста. Девочки,
похожий на шалаш. Все еще хорошо разбираются в математике. И вот эта песенка, которая сейчас прозвучит, она и про любовь, и про математику. Называется «Ноль минус один». Вчера ты дала мне. Вся твоя самоотдача.
серьезная, чем песня. Я помню, что когда мы ее записали вот на этом американском альбоме, а тогда появились только первые автоответчики, такие громоздкие. И вот Мамонов записал даже не припев. Не припев, это такая фирменная штука звуков, когда начинает человек что-то орать в середине песни. Это такой был отличный автоответчик. Попробуйте, кстати, может купить пластинку и записать на айфоне. Будет отличное общение, конечно, будет очень сокращено. Thank you.
сочувствовать звукорежиссеру Алексею, моему другу и сыну моего ближайшего друга Алексея Белова. Давайте ему поаплодируем. Нашему другу. Его отец знаменитый музыкант, лидер удачного приобретения. Ну вот, когда он закидывает микрофон, должен рассказать одну историю. Леша, будь спокойна. Однажды наша группа гастролировала в Узбекистане, в советском Ташкенте. Мы играли 5 концертов, и на всех 5 концертах Мамонов разбил все микрофоны, и все заработанные деньги ушли на покупку этих микрофонов. Если что, мы сочтемся. Вообще, если иметь подобную ситуацию, то группа была долгое время проживала в бедности из-за того, что они на своих концертах ломали просто все. Thank you.
сейчас будет еще одна главная песня. Thank you.
Мы не будем раскрывать карнавальные маски, в общем, это наши люди. Ну и последняя песня нашего сегодняшнего концерта. Спасибо еще раз звукорежиссерам. Вам же надо постараться, потому что сейчас вы поймете, почему второе отделение называется «Люся». Кстати говоря, я рекламировал одну выставку на галерее Руарт на Остоженке. Открыта выставка Сергея Борисова, нашего старого друга, хорошего фотографа, который, кстати, снимал Гарика Виноградова еще в 80-е годы, вот этот «Голым», «На льдине», «Белого медведя», и знаменитые фотографии московские. И вот там есть его потрясающая съемка квартирника у него в студии. Дима Монов поет вот эту самую «Люсю», 15 минут, жена сидит рядом, но это надо посмотреть. Я не рискну эти кадры включить в свой фильм, потому что это слишком стрёмно. Там я взял ровно 5 секунд, чтобы никто ничего не понял. А вот если 15 минут посмотреть, сходите туда. Yeah.
Спасибо, Петро Магонову. Выбрали, записали там альбом в Сан-Франциско. Yeah.
представили эконом, честно, что таких длинных концертов звук никогда не давали. Примерно каждый группы студии 30 минут, этого было достаточно, все разрушено.